Приветствую вас! Сегодня на арене баритон фирмы Ibanez. Реквием по мечте. Реквием по мечте любого гитариста сегодняшнего времени, потому что топ его выполнен из палисандрового шпона, а сейчас это ни-ни-ни, хрен вам! А не палисандр. Гитара настроена в си стандарт. Си, ми, ля, ре, фа диез, си. Прекрасно. А что же сегодня мы будем делать, а? Сделаем эксперимент. Посмотрим, как звучит баритон в басовый комбик. И для сравнения потом в гитарный. Сказал, звучит как бас-гитара. Смотрим теперь гитарный комбик с пресетом Возвращаемся назад, быстро, быстро! Ну что, как вы считаете, влияет ли комбик на звук баритона или гитары? И в какой из них вам она нравится лучше, когда включена, а? В гитарный или в басовый? А может быть, в следующем видео включить их в параллель, и мы объединим два мира, и настанет
везде просто нирвана, а? Пишите в комментариях, посмотрим.